До встречи. Может, завтра увидимся? Не знаю. Ладно. Тогда увидимся. Когда увидимся? Договорились. Угу. Заходишь. Спасибо. Абсолютно нормально выглядит. Нет, ну, мы его не расспрашивали, он спит сейчас. Завтра? Да, конечно. Спасибо. Спокойной ночи. Завтра сказали приехать к ним в отделение. Дать показания. И как вы тут живете? Дом горел, света нет. Да его только сегодня вырубили. Выживают. Кто выживает? Сносят нас. Тут элитный загородный клуб будут строить. Понятно. Знакомая история. А что можно сделать? Ничего. Поджог. Это только начало. Такие ребята ни перед чем не становятся, я таких знаю. Ну вот. Делайте, что хотите. Алло, Кеш, не спишь? Ты не мог бы ко мне приехать? Ко мне. Я тебя очень прошу, мне очень нужно. Нет, папа не дома, он в больнице. Лучше уйти до того, как он проснется. Почему? А что мы ему скажем? Он ведь думает, что ты в Австралии, и у тебя там контракт. Скажем, что контракт закончился, и папа вернулся. А потом что будем говорить? Что у папы новый контракт? В Антарктиде? Скажем, что папа соскучился и больше не хочет заключать контрактов. А чего ж пап хочет?
чтобы мы жили вместе. Втроем. Ну, хотя бы попробовали. А не поздно пробовать? Маш, ты знаешь, мне кажется, мы все виноваты в том, что было. Но для меня главное то, что будем дальше. Ты Даню нашла? Да. Все хорошо. Ну, слава богу. Я его тоже искал, искал, на велосипеде объездил. Целую округу. Извините, я не могу говорить. Зачем извиняться? Я все прекрасно понимаю. Ничего вы не понимаете. Ну вот я пришел. Прости меня. Прости, пожалуйста. Ну что ты? Алён, все будет хорошо, успокойся. Бабушка, бабушка, вставай! Ну что случилось? Что? Папа приехал, мы уезжаем. Как уезжаем? Куда уезжаем? К папе в Москву. Мы теперь там будем жить. Доброе утро. Здрасте. Мам, мы уезжаем. Маш, ты уверена? Маш, ты уверена? Пойдем поговорим. Игорь хочет, чтобы мы поженились. Я ему дала месяц испытательного срока. Ты не волнуйся, мам. Маш, ну это как-то все так быстро. Да наоборот, сколько можно ждать? Я вообще подумала, если бы Игорь появился чуть раньше, и дом можно было бы не продавать. Ну чего, столько лет прожили. Ты что, издеваешься? Нет. Мы всю ночь не спали. Говорили, говорили. По саду гуляли. Детство вспомнилось. Чаепитие наше в саду, помнишь? Все-таки хорошее было время. Я с вами с ума сойду. Сначала Нина, потом Кеша, теперь ты. Я для вас стараюсь, вам, оказывается, ничего не нужно. Ну, мам, успокойся. Тебе что, деньги не нужны? Нужны, нужны. Или ты думаешь, я очень хочу отсюда уезжать? Мам, ну, в какой-то веке у меня жизнь начала налаживаться, а ты? Ничего не понимаю. Проснулась. Ну, вот и хорошо. Как ты себя чувствуешь? Ничего. Надо было тебе скорую вызвать. Зачем? Ну, а вдруг у тебя что-нибудь серьезное? Серьезнее некуда. Ну, и кто ж тебе это сказал? Два солидных врача.
Они не знали, что я слышу их разговор. Поэтому были предельно откровенны. И какой диагноз? Неутешительный. Недолго жить осталось. И ты что же, о своей болезни никому не сказала? Надеюсь, вы тоже не скажете. Нет, нет. Так нельзя, Нина, так нельзя. Надо что-то делать, Нина. Вот и заварите мне ваш вкусный травяной чай. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Виктор Андреевич, да. Все в порядке? Пожалуйста. Угу. С моих слов записано верно, и мной прочитано. Благодарю вас. Выздоравливаете? Спасибо. Ну что, Алена, проходи. Садись. В ногах, как говорят, правды нет. А я очень хочу знать правду. Хочу услышать ее от тебя. Это все, ничего не забыли? Да вроде ничего. Проверил. На антресолях ничего не забыли? Все, вроде ничего. Ну, а как ты думаешь, может, заберем этот рельеф? Зачем? Купим новый. Машинка уже приехала. Вставай, вставай, вставай. Я позвонил своему школьному другу. Его брат, там был хирург. Работает в Москве в институте Бакулева. Он ждет нас сегодня вечером. Так что собирайся. Не поеду. Поедешь. Это не обсуждается. Так что разговор окончен. До автобуса полчаса. Когда я приду, чтобы ты была готова. Все. Кеша украл икону, когда их дом горел. Кеша сказал, что
Это сделали те, кто хотел там строить. То есть твоя фирма. Но ведь этого не может быть, правда? Папа, ты меня слышишь? Это не ты? Конечно, нет. Но я разберусь. Обещаю. В общем, он долго колебался, и когда понял, что дом горит, денег не будет, и я уеду, он... В общем, он это все из-за меня, понимаешь? Понимаю. Ромео, Джульетта, блин. Пап, ты, ты что делаешь? А ты что делаешь? Тебе нельзя. Нельзя. Сейчас как мать, точно. Алло. Алло, Володь. Давай быстро ко мне в больницу. Разговор есть. Все, Ленушка, ступай. Все будет хорошо. Пока. Увидимся. Ну, как самочувствие? Да нормальное самочувствие. Так как ты хотел изменить проект, чтобы оставить эти дома в переулке? Показывай. Виктор Андреевич, у нас не курят. Это больница. Наденька, вы сегодня такая красивая. Так, я главврачу. Вот, Виктор Андреевич, и вот это решение проекта нам даже будет экономически выгоднее. В общем, мне это твое решение нравится. Давай, звони. Техника должна была уже выйти. Сносу подлежат в первую очередь те дома, которые горели. Ну, давай, звони, звони. Пока эти терминаторы не разнесли все там вдребезги пополам.
Виктор Андреевич, ну что опять? Что же вы делаете? Вы когда-нибудь видели легкие курильщика? Даже сажа сплошная. Алло, слушаю, говорите. Говорите. Скажи что-нибудь. Что тебе сказать? Что угодно. У тебя что-нибудь случилось? Нет. Просто голос твой захотел услышать. Слушай, Нин, я не до конца понимаю. Что ты хочешь? Ничего особенного. Ты еще здесь? Володя, должна сказать тебе. Ты где? Я сейчас приеду. Не надо. Что у тебя там грохочет? Машина какая-то за окном. Ты где? Дома. Ну где это дома? Уходи оттуда, Нина, я сейчас приеду. Я люблю тебя. Нина, уходи из дома, слушай! Сейчас же уходи из дома, я еду! Да, Нина! Алло, Нина! Алло, Нина!
Кеша, где коробка с моими вещами? Понятия не имею. А ты случайно мои не видела? Это не смешно. Я на работу, а вещей нет. Ну так иди так. Переживут твои лесорубы. Нет, это невыносимо. Мам, ну а что ты хотела? Новый дом. Они имеют полное право работать до 9 вечера. Ой, я здесь с ума сойду. Алло. Да, я. Что? Мам! Что? Володя звонил. Нину завалило стеной нашего дома. Она в больнице без сознания. Нет, как звалила? А как она там оказалась? И мы с тобой... Так, где мои вещи? Куда ты их дел? Ма, ну не знаю я. Мне надо переодеться, ты же понимаешь, я не могу так ехать. Здравствуйте. Здрасте. А мама дома? Зачем ты пришел? Знаешь, мне очень нужно с тобой поговорить. А мне нет. Зачем ты пришел? Зачем он пришел? Мне нужно поговорить о Нине. Она очень больна. Я уже все знаю. Откуда? Мне некогда. Я спешу к Нине. В больницу. В какую больницу? Что ты завтра уже можешь идти домой? Я решил воспользоваться твоим неподвижным положением. А то опять куда-нибудь убежишь. Выходи с меня замуж. Мне нужна тебе такая жена. Ты шутишь? Другие люди в белом делали обследование моего сердца. У меня смертельная болезнь. Что за бред? И мне нелегко говорить это тебе. Давай бежим отсюда. Thank you.
Ну, ладно, я, наверное, пойду попытаюсь что-нибудь разузнать. Ты мне одни несчастья приносишь. А я тут при чем? Если бы она к тебе не сбежала, ничего этого не было бы. Ты же сама ее прогнала. Ну, ладно. Воды дай. Я не знал, что он настолько знаком с Борисом Сергеевичем. Я с ним знакома с самого детства. Он мой брат и твой дядя. Ты шутишь? Какой еще брат? Родной. А почему ты нам ничего не говорил? Не знаю. Он просто хотел забыть. Почему? Потому. Я ему жизнь сломала. Молодая была, глупая, секретарь райком комсомола. Он среди художников крутился и стал диссидентом. Ну, ты, наверное, не знаешь, что это такое. Ну, я догадываюсь. И когда их всех арестовали, я могла его вытащить, но не стала. Почему? Потому что это были мои убеждения. За свои ошибки нужно отвечать. И он ответил. Семья распалась, 7 лет в Сибири провел. И что, столько лет вы не общались? Ну, я не знаю, что я должна ему сказать, чтобы он меня простил. Я сама себя простить не могу. Все хорошо. Знаешь, мне сейчас так легко. Как будто другая жизнь началась. Только обещай, что в этой другой жизни ты будешь слушать только меня. Нет. Я буду слушать свое сердце. Я не дам тебе умереть. Thank you.
Однажды некий восточный мудрец принес своему ученику мешок картошки и сказал, чтобы тот на картошинах написал имена людей, которые нанесли ему обиду. Ученик все это сделал. Тогда учитель сказал собрать эти картошины в мешок и носить этот мешок за собой, не расставаться с ним ни днем, ни ночью. Прошло 3 дня, и взмолился ученик тяжело. И тогда учитель сказал: а ты выбрось эти обиды. Зачем тебе носить их с собой? Так вот, я хочу выпить за человека, благодаря которому мы избавились от прежних обид. За Нину! Все-таки я не понимаю, как можно выписать с таким диагнозом человека из больницы, никому ничего не сказать. Я не могу понять, как одному человеку можно было поставить 2 диаметрально противоположных диагноза. Не 2, а 3. Как это? Ну так, одни врачи говорят, что у Нины смертельная болезнь. Другие говорят, что она в латентной форме. В какой форме? Ну, это вскрытие. Вскрытые формы. А третьи говорят, что у нее вообще ошибочный диагноз. И это никакая не смертельная болезнь. Главное, что в течение года не было ухудшения. И смею предположить, что так будет и дальше. Видимо, влияние чудотворной иконы, которая была у меня в реставрации. А может, ракетная база, которая рядом с городом? Ну ладно, ладно. Вот ты зря иронизируешь. У нас здесь, между прочим, места целебные. Даже собираются в санаторий строить. Да. Только я одного не могу понять. Зачем в свой день рождения нужно было ехать делать еще какой-то снимок? Ну, если решили, значит, так надо. Ну да, давай теперь во всем слушать свой внутренний голос. Простите меня. Я могу слушать только голос своего желудка. О, Нина! Даня, ну давай. Так, промокшим требуется порция сидра. Да, да, да. Ну не давите. Что? Кто показал снимок? Что врачи говорят? Врачи говорят? Врачи говорят, что будет мальчик. Какой мальчик? Ура! Ура, молодцы, салат! Thank you.